будет понятно, что на две клетки вдоль этой прямой. То есть, если вы берете вот так вот, переворачиваете и сдвигаете на две клетки, у вас все получится. Один, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, тринадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. Значит, здесь до девяти. Смотрите, я на самом деле без догадок. Значит, итак, из единицы нельзя, из шестерки нельзя, из тройки нельзя, из четверки нельзя, из семерки нельзя. Так, остались вообще-то у меня три случая. Да нет, четыре случая, да? Двойка, пятерка, восьмерка, девятка. Ну, замечательно. Давайте посмотрю сначала случай, когда двойка. Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Надо понять, можно ли поставить сюда или сюда плюсик, чтобы все стало хорошо. На самом деле 4 минуса подряд есть, а здесь у нас нет 4 плюса подряд, поэтому эта ситуация невозможна. Все, убираю двойку, она уже ни при чем. Хорошо. Следующий вариант смотрю. Пятерка, очевидно, не подойдет. Почему? Из-за прямоугольника 2 до 3. Ну, давайте посмотрим. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. И еще одна клетка для прямоугольника. У прямоугольника, видите? И еще вот эта клетка не может быть, как никто ее знает. А потому что переход от плюсика к плюсику. От самого нижнего. Да, 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 кстати, да. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Уже восемь, да? Все, то есть должно быть два минуса. И теперь осталось понять, получилось, не получилось. Здесь 4 минуса вот так, здесь 4 плюса так, но при этом есть плюсы. Все, не бывает пятерки. Абсолютно верно. Пятерки не бывает. Что теперь? Два варианта. Либо восьмерка, либо девятка. Сейчас с вероятностью одна вторая у меня получится. Давайте, скажем, девятку возьму. Беру девятку, поехали ставить плюсики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Поехали ставить плюсики. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Так, что здесь? Если поставлю, будет все хорошо? Давайте смотреть. Три клетки, две, две, одна. Три клетки. О! Молодец, Коля. Молодец. Так, ребят, можно было, конечно, разбирать варианты и так далее. Аккуратно до конца, но сейчас нет времени. Действительно, давайте смотрим картинку. Так, вот она картинка. И скажите мне, пожалуйста, что надо сделать, чтобы перевести ее в эту? Скользящая симметрия. Скользящая симметрия, конечно. Любимая наша с вами вот такая скользящая симметрия. Вот. Ну и, как всегда, надо было, естественно, еще добавить вектор на половинку диагонали.